На конкурс дети читают стихи. Лызин Евгений, Берестов мужчина. Отца на фронт призвали, и по такой причине я должен жить отныне, как следует, мужчине. Мать вечно на работе, квартира опустела, но в доме для мужчины всегда найдется дело. Полны водой ведра, подметена квартира, посуду мыть несложно, на ней ни капли жира. С трех карточек талона стригут мне в гастрономе. Кормилица добытчик, мужчин, старший в доме. Я искренне уверен, что стал отзамен. Но в жизни той далекой, блаженной, довоенной отец не занимался подобными делами. Мать заменила папу, я помогаю маме.